знаешь, этот рэп всем нашим братьям, тем, кто верит правде, если что рядом станет с тобой стеной, всем нашим близким, тем, кто не оступился, тем, с кем стали одной семьей, я горд, бой со мной, этот рэп. Рядом станет с тобой стеной, всем нашим близким, тем, кто не оступился, тем, с кем стали одной семьей. Расклад такой: улица вдова, улица мачеха, сегодня улица за тебя, завтра и на тебя чихать, вчера фарт, завтра руки в наручниках, и улица печать. Вау! Ого! Что ж ты, сука, от нас уехал здесь, чтобы сон заказывать песни, да? Нормальная красавица. Ну есть такие люди, на концерт приходят, понял, им все равно, что человек еще там 1000-1500 стоит, ждет. Да подожди ты, ну что ж ты кричишь, солнышко мое, горлышко порвешь. Дай скажу, ну дай скажу, ну пожалуйста, ну приехал сдалека, дай скажу, ну хочу сказать, дай скажу. Понял, не дурак. Вот, значит, что я тебе говорю. И продолжаем, да? Еще кто-то кричит, да? Ну дай ему скажу, но по-человечески прошу, дай скажу. Там у кого-то, что ли, денежку украли, я не пойму, сука, что ж ты так вопишь, а? Все нормально там? 1000 фунтов, давай. Заказчику. Давай, ты сейчас косарь даешь футов, мы идем в бар, покупаем, девчонкам раздаем. Готов? Давай, косарь. А что стоишь, там дорвешь сердце, старик? Что стоишь? А вот ты понял, что ты сейчас почувствовал, да? Я то же самое чувствую, когда ты орешь. Неловко, да? Ты же, давай, блядь, эту песню! Ты сейчас буду. Согласен? Я тебе расскажу, старик. Я сюда ехал, специально готовился, переживал, составлял песни по порядку. Они у меня вот папочка прописана. Каждая песня, думал, понравится, не понравится. Переживал, составлял, понимаешь, да? По порядку. Плейлист сделал, понимаешь, да? Важность этого дела, понимаешь, да? Я выхожу, все подготовил специально, чтобы ты послушал, чтобы все послушали, было хорошо. А ты кричишь, переживаешь. Понимаешь, да? Важно сделать. Сейчас будет песня, она называется «Hands Up», она такая разминочная перед следующим блоком. Она о том, как радуюсь встрече с нашими людьми, в знак приветствия мы поднимаем руки. Ну, у вас такое бывает тоже, да? У вас как зовут, молодой человек, вы заказчик по кличке 1000 фунтов. Сколько, как вас зовут? Володь. Вы откуда, Володь? Откуда? Из Латвии откуда? Откуда? Ни хрена не слышно, ёлки. У вас так всегда, да? Yeah! Да? То есть у вас концерты происходят, как у нас в Ростове, да? Yeah! Отлично. То есть на 9-й песне будет драка обязательно? Отлично. Хорошо, так держать. Сейчас будет песня «Hands Up», она о том, как радуюсь встрече. Многие люди спрашивают, кто может на наших концертах не поднимать руки? Есть две категории людей, кто может не поднимать руки, это влюбленки. Знаете, кто такие влюбленки? Ну, знаешь. Ну, мальчик у тебя, две недели он влюблен в тебя, и он липнет к тебе так. И говорит: солнышко мое, счастье мое, ты свет жизни моей, любовь моя, без тебя жизнь теряет смысл. Ты ему: да отвались, сука, ты от меня. Но он к тебе пристает первые две недели, а потом все становится на свои места, и потом он тебе говорит: слушай, ты топни отсюда, да? И вот в основном эти молодые люди, влюбленки, они к своим девушкам, к объектам любви очень сильно прилипают, да, они вот так делают. Поэтому им на концертах можно руки не поднимать у нас. Вторая категория людей, кому можно не поднимать руки, это люди, которые с барсетками ходят на концерты. Есть такие люди у нас? Или вы их, сука, дома все пооставляли? Я придумал.
барсетки в наших сердцах, да? Короче, тем, кто носит барсетки, можно не поднимать руки. Остальные все поднимайте. Поехали! Привет, Лондон! Сидячие места, к вам отдельная просьба поподнимать ручки. Поехали! Руки вверх! Вау, я балдю после серьезного пати. С утра летим, либо локомотив. Уже пути встречать в этом городе я и мой коллектив. Аппетит приколен во время еды. Куплеты на ты, пойми, простота спасет на лапе. Мои мотивы и сны, карты открыты, гармонии тела. Свободный слог в рамках этого рима. Давай все взломоты, мы по кону ровесники. Я впервые в твоем городе и мне нравится здесь. Я с хорошего пуэра, вы это кстати. Давай завалим, братка, тут на все хватит. Кругать по кругу в динамиках свежие треки. Новый альбом скоро и твои фанатеки. По набору, по стенах, по коду на старые любимые темы. И много нового. Ну чё, готов подпереть? Я выбираю рэп, ещё! Теперь сам, ну! И только рэп. Проходя за уровнем, уровень стал собой супергерой. Ростов, Антон, нога, районный Армагеддон. Я далеко, но мы под одним небом с тобой, мой район. Солнце спит за облаками, блядь, на желтое пятно. Играем пейтбол, делаем зло. Когда-то давно на беспонтовом корпе мы сделали то, что другим не удалось, на эпиро в Лондоне. Конечно, было бы круче с кучей бомбан, но счастливый случай заставил нас все начать с нуля. Немного труда, вернее, много труда. Бог даст, брат, будет крепкая вода. Утренний туман, как вода, придут высотки. Сегодня мы домой, слава Богу. Тихо. Ну не подводи его. Раз у нас всегда. Здесь только моя мысль, здесь только ты и я. Это Англия, Лондон, всем нашим привет. Домой! Кому верю, но по-прежнему верю тем, кто верит мне. Никто не знает.
знает, кому как канты ляжут. Платим дважды, однажды не заметит важен. Но даже с нашей можно нарисовать счастье. Жизнь, кастинг, калин, кастинг. Тем, кто не оступился, тем, с кем стали одной семьей.
Семья, помни, бой со мной, разорви сердце, это трек! Она мне принадлежит и таким же, как ее. Моя игра. Здесь была одни, цель одна. И еще. Моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как я. Моя игра, моя игра. Баста Лондон специально для тебя. Thank you very much. Спасибо! Ручки над головой, похлопай!